Всем привет, ребята, добро пожаловать в обложки. Привет. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, здесь ставьте лайки, и мы начинаем этот выпуск замечательных вложек. Смотрите, какая погода. Мы на ВДНХ. Я могу еще делать так, я же Тони Хоук. Так, бежим. У меня прям это, надо GoPro мне привязывать. Бонусы всем подписчикам при покупке в самом дружелюбном магазине гаджетов makov.net. Hey, собираюсь снимать видео про приставочку Game Capture HD на супер модном стуле стеклянном. Сейчас попробуем. Кстати, прикольный стол из Икеи. Классно так. Такой прозрачный. Камера готова, свет готов, свет природный. И все готово. Сейчас что-нибудь начну придумывать по ходу дела. Вот так вот у меня тут настоящая студия по производству видео. Что-то у меня пока приставка там раступливается. О, настройка завершена. Папка для хранения в диск. Мастер настройки Game Capture 2. Все вроде готово. Ну что там, все работает? Давай. Сейчас меня приставка что-нибудь тут выдаст. Лёх настоящий летсплейщик. Нет, на самом деле я просто записываю обзор. Он у меня приставку уже пишет. Сейчас попытаюсь поиграть в GTA. Надеюсь, у меня места хватит на флешке. Так, у меня тут все разбросано. А пока GTA загружается, мы подождем. О, готово. Если вы видите в своем городе вот такие вот стикеры, знаете, что их наклеил я. Это реклама. Главное, что, ребят, меня просто давно... Они были напечатаны. Видите, я даже целый... Один стикер такой использовал, только я не помню для чего. Они, типа, ну, такие клейки. Отклеиваешь, наклеиваешь и все. Можно что-то здесь на цветном принтере напечатать. Хотя, прикольное решение. По городу развесить. Реклама, получается, реклама. Угу. Это тебе не в интернете, это прям на улице. На школу пришел, наклеил на дверь. Все такие, зверье. Заходит и смотрит твой канал. Идея для всех. А еще на меня вчера нашло озарение, мне захотелось просто порисовать. Вы знаете, когда хочется взять и просто что-то порисовать. Ну, не всегда, вот иногда. И я тут начал рисовать свою мега-картину, которую потом продам за 1 000 000 копеек. Вот. Надеюсь, карандашиком пока и начал все зарисовывать. Это все не окончательно, здесь еще будет много цветов. Так, для души. Просто захотелось душе порисовать. Полностью сам все это нарисую, листочек А3. Посмотрим, что из этого получится. Будет мое произведение искусства. И мы решили поехать на метро, потому что на машине дикие пробки. Но ничего, покатаемся. Метро, ребята, метро! Сейчас приедет поезд, ура! Теперь буду влоги записывать в метро. Смотрите, станция ВДНХ. Как здесь все желто. Я теперь желтый. И занимающихся попрошайничеством. Подпишитесь, пожалуйста. Это же не попрошайничество. Будешь такой стоять? Подпишитесь на мой канал. Тебя приходят и говорят, вы попрошайничаете. Я забираю. Все, теперь будем стоять в переходе и ждать. На самом деле мы здесь встречаемся с девушкой, которая Ольке передаст всякие штуки. А здесь еще занимается торговлей у нас. Правда, что чуть дороговато стало здесь стоять. Так что здесь я не буду открывать свой офис. Какое солнышко прикольное. И мы оказываемся в пучине пробок. Прикол, да? Интересно. На асфальте будет кататься. А может это лыжи, к которым колесики приделываются? Ну знаете, такие есть. Когда снега нету, ты едешь на лыжах, только которые на колесиках. Я такие видел. О, у троллейбуса сломалась рогатка. Вот тоже работа. Едешь, электричество кончилось, вышел и, короче, настраивай. Ну так, надо еще попасть же. Вот смотрите, ребят, что нельзя здесь делать. На лошади. Значит, нельзя вот знак новый кататься на санках вперед головой. Длинные волосы. Если у вас есть лошадь, то нельзя на лошади. Нельзя ездить на скейте, на
лыжах и нельзя бутылки сюда проносить. Вот такие вот распорядки здесь. А это аллея космонавтов. Вау, красота. Я, кстати, здесь пешком никогда не был. На лошади. Говорят, все хотят тебя увидеть. Привет. Yeah. О, а там колесо обозрения. Если сейчас я вам приближу, вот там вот сзади. Колесо обозрения. Я когда-то на нем катался давно. Сейчас, наверное, что-нибудь для вас немножко поснимаю, что здесь интересного есть. Но смотрите. 12 апреля 61 года. Полет космического корабля «Восток» с Юрием Алексеевичем Гагариным. Первый полет человека в космос. Круто. Вот, слушай, такая теплая. Здесь, наверное, из-за того, что солнышко греет, вот это вот прям металлическая плита, она тепленькая. Круто, все из мрамора сделано. Но их так много. Вот было прикольно, если бы сейчас стало немножко потеплее, потому что гулять холодно, ветер. Хотя в Москве сейчас плюс 4, но ветер просто жесточайший дует. Вот он на время прекратился. А пока вот есть время погулять по ВДНХ. Чем-нибудь вам показать. Кто-то мне писал, что, Илю, когда ты гуляешь по городу, выходи снимать свою рожу. Снимай побольше, пейзажа. Сейчас я так и сделаю. Пейзажи, и тебя будут писать, никогда ты снимаешь пейзажи. Я снимаю пейзажи, смотрите, ребят, какие пейзажи у меня. Ладно, шучу, сейчас я вам все покажу. Они стоят наготове и ждут. Ну вот смотрите, это аллея космонавтов называется. Сейчас я вам 360 градусов замучу. Вот так вот. Много скамеек, все сделано из камня. Можно, видите, на таком такси покататься. Порядка, наверное, будет 300 рублей стоить, мне кажется, если не дороже. Потому что здесь, место туристическое. И момент разводки здесь будет нормальный. Солнышко зашло. Справа у нас это третье кольцо должно быть. Сверху, также справа снизу у нас метро. И вот весь народ идет на ВВЦ. ВВЦ у нас вот там вот находится, слева. Там мы как раз снимали про дрифт. И вот подходим к памятнику. Королёв. А это, смотрите, если попробую руку взять, то это гостиница «Космос». Здесь снимали эпизод с Жанной Фриски, этот «Ночной дозор» или... Как там назывался? Второй или третий фильм. Там машина ездила прям по этому. Было красиво. Но мне эти самые фильмы не нравятся. Здесь, смотрите, изображена наша Солнечная система. Здесь у нас Нептун, Юпитер, Марс. Кто-то говорил, часто пишут, что Марс — это бывшая Земля. Может, это и так. Меркурий, Земля, Земля. Но вот Земля, пока мы на ней живем. Представьте, насколько маленькая она вообще во всей вселенной. Вот так иногда задумался, что мы такие вообще просто крошечные вот там вот в мире, точнее во вселенной. Короче, нет предела этому. Здесь солнечные часы. Сейчас давайте проверим. Так, откуда смотреть-то? Солнце что-то у нас спряталось. Так, сейчас у нас 14.2 часа. Так, проверяем. Ребят, 14.14 сейчас время. Вот мне кажется, да, прям где-то ровно. Здесь можно смотреть часы. Йоу, настоящие солнечные часы, ребят, никогда не знал. Реально, правда показывают. Короче, скажу вам, что здесь красиво. Приезжайте на ВДНХ, на ВВЦ в солнечную и безветренную погоду. Это будет нормально. Нормально. Классно, интересно. Читать про планеты, защитить фотоаппарат от ветра. И здесь все подсвечивается. Но подсвечивается, я так понял, тоже все не просто так. Видите, здесь светильнички такие, они непонятно расположены. Ладно, все, дальше не пойдем, а пойдем обратно. Я могу еще делать так, я же Тони Хоук. Так, бежим. У меня прям это, надо GoPro мне привязывать. А мы с Олькой все стоим и не тусим. О, я решил покружиться и что-то... Вау, Илюха, спокойно. Да, нормально меня так закружило. Круто. Солнышко. Обожаю солнышко. Солнце обожаю я. Солнце обожаю я. Надо песню написать. И мы идем обратно в метро. Метро. Осталось нам две поездки. Что здесь? Сэкономите до 10 рублей и каждой поездки, купив билет на 60 поездок. Так не сделал.
А мы приехали с Олькой на Цветной бульвар, в наш любимый торговый центр Цветной. Ну, на этот раз мы приехали сюда пешком, потому что в машине мы сегодня не поехали. Я уже говорю, почему. Нет, скажи еще раз. А потому что много народу. 188 свободных мест. Ну ладно. Пошли шопиться, жекупаться и смотреть глазами. На зыринг. Пошли на зыринг. Еее, мы наконец-то дома, дома, дома. Купили лаваш и курицу-гриль. Курицу-гриль. Вы знаете, что это вкусно. Курица-гриль вот с чесночным соусом, а лаваш у них закончился. Поэтому купили лаваш отдельно. Сейчас будем наворачивать крутую курицу-гриль с чесночным соусом. Ребята, у меня уже слюни текут. Давайте скорее. И теперь время Пикассо. Так, моя начатая картина. Здесь еще много чего нужно делать. Рисую свое удовольствие. Такая вот у меня длинная кисточка. Вот так буду рисовать. И всякие наконечники разные. Они продаются в магазине. Есть обычные кисточки. А вот здесь. А здесь круче. Здесь прям наконечник бат поставил. И рисуешь. И вот такие вот у меня акриловые краски. Они остались от картины, которые мы разрисовывали. Вот такая вот. Ну там по номерам. А здесь, ну, полностью сам рисуешь. Делай, что хочешь. Посмотрим, что получится. Все, на сегодня хватит. Еще немножко здесь дорисовал, но потом все это будет уже в мельчайших подробностях доведено до ума. Ну, потихоньку так, потихоньку. Да. Моя кривая рука рисует. Главное, что душа радуется. Поехали дальше. Ты кто такой? Ты кто такой? Нифига себе, какой у меня пес тут живет. Ребят, это же весело, смотрите. Ля-ля-ля-ля. Сейчас. Это я на самом деле его одеваю. Мы сейчас идем гулять. Оп-оп-оп-оп-оп. Бедный пес, а? Как тебе не повезло с родителями? Ему точно не повезло с родителями. Они над ним постоянно издеваются. Сейчас у нас Степан будет Бэтменом. Видите у него? Бэтмен! Так, одевайся. О, другое слово. Другое слово. Другое дело, Степан. Эх, давай, беги. Какой-то билетик валяется из метро. Везде у нас, короче, мусор. Ладно, чаек. И идем гулять с Степаном. Ну, конечно, с Ольком пойдем. Помните, ребят, тему с Зольбергом? Илюха Зольберг. На, дурачусь. Походу кто-то собрался у нас уже идти гулять. Ты что бегаешь-то? Уже гулять хочет. Бэтмен, Бэтмен, стой. Стоять, Бэтмен, стоять. Сидеть, Бэтмен, сидеть. Так, давай я тоже присяду. Сидеть, Бэтмен. Да лежать, лежать, сидеть. А, пойдем, 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 пойдем. Не хочет он, короче. Чебан уже слишком возбужден. Короче, YouTube опять взял, все поменял. Теперь у нас добавление видео. Работает. Я сейчас вам не покажу, короче, страница загрузки видео другая стала. Опять все поменяли. Но, блин, опять мне приходится привыкать. Тут постоянно у меня Серега Симонов. А, кстати, его можно переместить. Удалить из фида. Серега, я удаляю тебя из фида. Да, нет, конечно, шучу. Вот мои подписки. Ладно, сегодня уже вроде все посмотрел. Сейчас пойдем гулять. Длиннее, пацаны. Это то же самое, что короче ребята, только теперь длиннее пацаны. Это мои главные слова паразита. Спасибо, что сегодня смотрели весь влог, досмотрели его до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, Инстаграм, Твиттер. На Олькин канал подписывайтесь. Не знаю, как вы найдете, но вы его находите. Ссылки давать не буду, потому что мне за это не платили. Ты не платил мне за это. Вот. Ладно, все, ребят, давайте. Всем спасибо и пока. До новых встреч.